17-летний подросток попал под колеса автобуса 46-го маршрута. Все произошло на перекрестке Короленко-Восстания. Как рассказал водитель, молодой человек стал переходить дорогу по пешеходному переходу, но на уже моргающий зеленый свет. Остановиться автобус не успел. Рамиль Шайдулин узнал состояние здоровья пострадавшего. 20 часов 50 минут. Почти конец рабочей смены. Экипаж автобуса 46-го маршрута выехал в завершающий рейс. Но закончился он раньше и не по плану. На повороте с улицы Восстания на Короленко 51-летний водитель Нифаза сбил переходящего дорогу по пешеходному переходу 17-летнего молодого человека. Женщина-кондуктор утверждает, что водитель не виноват. Подросток стал перебегать проезжую часть, когда светофор для пешеходов уже стал мигать. И никто не думал, что он не будет дожидаться следующего. Но сигнал, хоть и мигал, был все же зеленый. Намигающий. А вы разрешающий сигнал светофора, да? В результате столкновения подростка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом пальца правой стопы. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.